Расскажу про живую изгородь Туи Брабант. Вот посмотрите, как прекрасно выглядит блок живой изгороди. Стриженный он. Никаких рыжих, как говорится, ужасных таких не наблюдаю. Ничего, сегодня у нас конец января, 28 число. Да, немножечко потеплело, но все равно, посмотрите, какой яркий, насыщенный цвет. И вот, кстати, рядышком смарагд. Смарагда завязана у нас от снега. А брабант при осадках, наверное, у нас метра полтора точно за зиму выпадало. Мы его ничем не закрывали. И как хорошо он себя чувствует. То есть застриженный брабант прекрасно выдерживает все нагрузки снега. Даже маленький кусочек остался. Живая изгородь. Супер.